Почему я всегда все нахожу самый последний? Ключ ямы использовала. А, вот, ух. Вот что, да? Хейоу, ребята, с вами Фибоначчи. Мы продолжаем прохождение Moon Shades. Так, чё, сундук? Можно взять. Подарок. Получить свой подарок. Эпичный. Это надо каждый... Ух. Каждый день заходить. Так, и чё я получил? Блин, сколько же у меня барахла. А, во-первых, надо сейчас квесты будет сдать. Открывай. 100 золота, 3 зелья, большое двойное зелье опыта. О, большое двойное зелье опыта, это найс. Это надо будет где-то... Где будет бойня. Это у нас... Среднее зелье восстановления 60% здоровья восстанавливает. Так. Квесты я не сдавал. Как теперь обратно-то выйти? Я что-то не помню. Закрыть. Тебе? Не. У него я ничего не сделал. Угров не убил. Череп скелета не собрал. Первый артефакт пройдено. Выполняется. Ладно. А у тебе? О, а тут сделано. Пытки для профессионалов. Забери у меня книжки. И шлем даст. Эпичный. Лик вечного проклятия на 4-й левел. Хорошо. Так, и вот это. Это что? Это щит? Щит. Ну давай. Левел 2. И достижение. Специальные ингредиенты. Мне очень нужны некоторые специальные ингредиенты. Если сможете принести их все, я дам вам один из легендарных эликсиров знаний. Синий осколок, зеленый осколок, красный осколок. Так, берем. Легкие деньги, повторяемые. Огры. Ну, надо найти, где огры. Если оно повторяемое, значит, надо его постоянно повторять. Разные книги про кузнечество. Вот это называется, как ковать вещи и оказывать влияние на людей. Так, это мы все читали, это мы все смотрели. ХП полное. Так, давайте глянем, что за шлем. Сила, ловкость, дух, защита. Дух 2. Ну вот ей и оденем. А тут стойкость. На. Так, белые. Белые предметы я решил тоже продавать, да? Щит. Сила, ловкость, защита. Сила, ловкость, дух, защита. Но тут силы больше. Стойкость. Что ж. Раз и не было у тебя духа, значит и не будет у тебя духа. Белые продаем. Синие, фиолетовые будем оставлять. Где мой сундук? Синие. Так, белое, белое. А из четырех белых получится как раз таки синий. Ну, я просто не знаю, где мне столько кузнечных рун потом набрать. По 400 золотых, где их покупать? Синий убрали. Золотой слиток. Да тоже сюда его пока. Какой-то гриб. Это что? Синий осколок. Вот эти осколки мне нужны. Два синих осколка есть. А тут это что? Шар воскрешения. Аметист. Зеленый самоцвет. Это все не то. Большое зелье двойного опыта. На 10 минут. Охренеть. Это классная вещь. Так, вот это сейчас все распродадим. Ключи у себя. Глазки тоже пока у себя. А это? Уревская руна. Хрен пойми что. Тоже сюда.
А его что, улучшать можно? Личный сундук. Его как-то, наверное, улучшать можно. Их вон там много будет. Ну да, не может быть такой маленький сундук. Иди-ка сюда. Торговля. 10 золота. 10. 16. 5. 13. 21. 3. Ой, 10. 6. 29. Все. Пока все. Это что? Изумруд с руной. А, это инкрустация. Это надо будет вставлять. Хм, так, к порталу. Тут очень легко забыть. Очень легко забыть, что надо вообще делать. Куда ходить, куда не ходить. Пока-пока тут ждем. 5 очков навыка и мастерства. Вот мастерство, наверное, можно взять. Это что? 3 дополнительные силы духа. 3% прокачано уже, да? А это время перезарядки, целебный ветер уменьшено. А это целебный ветер? Нет, это групповое лечение. Каст, групповое излечение уменьшено на 5%. Время перезарядки, групповое излечение. Тоже. Ну вот в сторону групповой, это, группового лечения, да, идти? Ну, во-первых, его сначала надо... Это что? Это значит, это прокачано, да? Время перезарядки уменьшено. Сферы. Пойдемте в эту сторону. А воину надо будет идти куда-то либо сюда, наверх. Вот, это броня. А это сила. И то я ему прокачал, да? При зарядке рукопашная атака уменьшена. Ускорение. Дополнительные стойкости. Ну, пассивки. Можно пассивки брать. Так, погнали. Куда мне надо? Блин, я уже что-то подзабыл. Забытое кладбище. А, вот гробница волка 2 уровня. Естественно, все появились, да? Да, конечно же. Ты покойник. Демоническая жидкость. О, еще золотой слиток. Так, здесь карта у меня есть? Или нету? А, вот же карта, да? Оу! Здорово! Коль не шуть. Ой, зря я это сделал. Мы его и без этого вынесли. Так, здорово. Ой, мимо чутка, да? Все, помер. Посредственный щит. Но это можешь себе оставить. Могила, покрытая темным туманом. Что там написано? Я жестокий волк, это мы все читали. Но здесь не осталось ничего, кроме гнили. Вниз. Вот это куда вниз? На кладбище я выйду? Безмолвное подземелье. А я тут вообще был? По-моему, был. О! Огры! Не был я тут. Так, вот и огров нашел. Вы нашли навык безжалостный удар. Носит 200% урон от вашего оружия. Зависит от силы и гарантированный критический удар. Класс. Вот и нашел я для тебя, дядь, навык. Блин, я все никак управление не поставлю себе. Все мышкой щелкаю.
сейчас прям это и сделаю, а иначе я так никогда не поставлю. Базовая защита 16, ботинки 14, но там стойкость, не. Навыки я хотел. Блин, я тогда не сюда залез. Опять. Так. Во. Навыки. Поехали. Где он? Безжалостный удар. Учить. 200. Следующий уровень 220. Ну, кстати, перезарядка аж 41 секунда. А чё так много? Она будет, интересно, уменьшаться. Но это очень много урона. 240. 250. Дальше по 10% идет, да? Как вариант, просто базовую атаку ему раскачать. Сейчас пока. А может ему тоже групповое излечение качнуть? На разок. Маны 20 стоит. А это 0 маны. Ему же куда-то надо ману тратить. Ну, разве что вот сюда, да, баф. Я думаю, лечение мне еще понадобится. Обоим лечение качаем. Ему просто один раз это сделаю. И выставляем. Удар. Удар сюда. Так, а у тебя как все? Давай-ка лечение мы тебе перенесем тоже вот сюда. Вот так. Все, сейчас, секунду, ребят, я настрою себе управление. Все, на основные навыки я себе настроил, на автоатаки. Оружие только для декорации. О, здорово. И все равно мышкой тыркаю. Готов. Ага. У, подвал какой-то. Еще один ключ. Легендарный. Так, куча золота. Вы нашли рецепт ключ от коробки с предметами эпичный. О! Это у нас ямы. Уровень 1, закончено 0 раз, уровень 3, уровень 5, уровень 2, 4, 7, 6, 7 уровни. Во-во-во-во, смотрите, что я открыл, задротство открыл. Класс. Надо, наверное, все уровни пройти, там будет. Кто станет хранить коробку с черепами? Вот тебе и людоеды. Грибочки, грибочки, грибочки. Зеленый гриб редкий и ачивочка. Щит взять нельзя. Синий гриб. Это что? Это меня не вдарит же? А, я обошел немножко, да? Надо карту найти от этих мест. Старый джав замок не открыть. О! Так, того мы вынесли уже. Давай. Групповое лечение. Все. Хорошо. Желтый хитин. О, какое-то кольцо. Нет, это амулет. Ловкость плюс 3. У тебя что? Ловкость, стойкость, защита, удача. Давай, на. Сюда, а это сюда. Так, еще два огра побеждены. Какой странный запах. Мне кажется, это останки завтрака огра. Я, конечно, хочу есть, но не настолько. Ну что, кабанчик? Он в Африке кабанчик, не? Два сундука.
Огр. Фига. Пятый левел. Сильный же. Задание выполнено, легкие деньги. Так, зелье восстановления. О, классные варежки. Все, да, вернулись обратно. Туда, о, еще ниже. А карту не хотите мне дать? Рецепт реликвия. Создает случайный предмет класса реликвия. Это лучший уровень редкости, лучше легендарного, и может быть получен только в кузнице. Рецепт. Легендарное снаряжение, куапская руна, книга древних, хитиновый камень, шар элемент. Ой, я таких вещей еще пока вообще не находил. Зачем мне сейчас такой предмет? Что я сейчас хотел? А, я там что-то подобрал. Варежки, да? Дух 2, стойкость, защита 10, удача 2. У тебя что? Стойкость 3. А у тебя ловкость. Ну, силы нету. На, бери. Носи, пользуйся. Защита 7, ловкость 1. Защита 14, там получишь. Так, ловушка. Так, ну, задание с ограми, оно повторяемое. Мне бы тогда, наверное, надпись на статуе гласит, что посеешь, что и пожнешь. А, подождите, а что-то знакомое, что посеешь, что и пожнешь, пожнешь? Где-то я это уже проходил, не? Это какой-то квест, что ли, был? Кузнечная руна, руна обновления уровня, кристалл спасения, редкий. Синий гриб, зеленый гриб, это потихонечку мы собираем, осколки тоже. Огров еще надо поубивать. Ну, я думаю, мы их так будем каждый день убивать, да? Ё-моё, а как тут надо было пробежать? Так, давайте оба. Хилку. Куриванская руна. Рецепт. Ржавая древняя пластина, лазурная древняя пластина, коричневая древняя пластина. Так, вам нужен ключ, чтобы открыть эту дверь. Да у меня столько ключей! Ё-моё. А, это колодец восстановления, кстати. Зеленый осколок. Костер все еще горит. Так, секретки я тоже что-то не вижу. Не-не-не-не. А, обратно-то тут не выйти, да? Опять через эту ловушку идти? Ё-моё. Это как-то неправильно. Да, в принципе, я сейчас вот успею я пробежать. Не знаю, почему я в прошлый раз не успел. Что посеешь, что и пожнешь. Че у меня в плане инвентаря? Забит весь нахрен. Надо сначала тпшиться, да? Только вот не заблудиться бы потом. А вот портал же. Вот тут я еще не осматривал ничего. Шар элемента воздуха. Какие-то все пока не знакомы. Эликсир волны обновления. Здесь много книг и свитков на каком-то непонятном языке. Можешь перевести их?
Нет? И кто вообще читает в подземельях? Угры. О, еще сундук. Это что, похоже на какой-то кристалл? По-моему, это статуя Истерии. Мне что-то говорили о том, что статуи Империи Истерии пропитаны магической силой. Чаша, которую она держит, светится бирюзовым. Тут должно быть что-то, что можно попробовать положить в эту статую. А как положить-то? И тут кристаллы повсюду вот эти. Бирюзовым? Бирюзовый осколок какой-то? Бирюзовый ключ? Изумруд? Подсказки. Гробница Штока Волка уровня 2. 5 рычагов. В подземелье вы можете найти подсказки о правильном порядке рычагов. А. Да искал я. Только я вот уже забыл. Волшебная кузница, персонаж, обучение. Открыть видео. Так, сюда я точно не ходил. Маленькое зелье ускорения. Изумруд с руной. О! Испугал. Поганый. Твар. Ты твар, понимаешь? Твар. На. На. Покойник. Обычные ботинки. Бомж. Вы нашли навык возвращения. Телепортирует обратно к уровню кузнец. Ну, можно будет ей качнуть. Эй. Эй. На. Все. Кузнечная руна. И какой-то глаз. Это амулет. У него защита 3. Ожерелье, вернее. Ну, есть на что поменять. Вот на эту цепочку. Странная стена. Какая-то слишком она темная. Фига, сколько я всего уже тут нашел. Вы нашли новый свиток карты. Безмолвное подземелье. Нажмите на синий значок компаса, чтобы показать или скрыть карту. Ну, наконец-то. Безмолвное подземелье. Дверей 0. Скрытых дверей 0. Значит, скрытые тут есть. Сундуков. И, в общем, тут еще до хрена всего. Маркер. А я что-то не вижу, чтобы кирпичики где-то торчали. 4 тут таких двери должно быть. Оу. Воришки грязные, выполненные. Так. Еще сундук. Погнали к кузнецу, сгоняем. Все скинем, все продадим. Надо только потом не заплутать будет. Ты че? Статуя с двуручным мечом. Что это? Что это, блин? А это кузнецу? Тергарон. Фига. И на кузнеца не очень-то похоже. Стоять! Кто идет? Друг или враг? Квесты. Закрытые. Почему? Может, я и тут смогу распродаться? Какой-то волшебный колодец.
А, понятно. Восстановил здоровье и ману. Это следовало ожидать. Не-не-не-не. Безмолвное... О, Таргарон. Безмолвное подземелье. Лонгдейл. Я сюда рано пришел, что ли? Заперто в этом доме кто-то живет. Так я и хотел поговорить с этим кем-то. Ха! Яичко. Природе нужно время. Но яичко я взять успел. Так. Этому стражнику не до разговоров. Вон еще один. Яичко еще один. Страшное кладбище. Так. Карта Таргарон. Спереди этого алтаря есть символ меча. Может, попробуем приложить к нему что-нибудь из нашего снаряжения? Символ меча. А что из нашего? Это должен быть... Ой, блин, у меня уже все забито. Мне надо кузнецу. Рановато я сюда пошел, да? Я сюда даже квесты пока не могу здесь брать. Так, кузнец. И сейчас тпшимся в безмолвное тогда. Сначала продадим. А, да, сначала продать, потом квесты сдать. Так, хитин. А у нее какая? Не, у нее... А, подождите, это у него? Не, у нее лучше. Пояс. Ловкость 3. Стойкость 2. Ну, давайте ей пояс оденем. Ну, посмотрите, что тут еще. Базовая защита 19, сила 3. Стойкость 3. И защиты меньше. Башмак тоже можно тогда. Так, доспехи лучше. Это что? Это плащ? О, плащ. Плаща нету. Защита плюс 1. Держи. Закрываем. Теперь продавай. Продаем. Еще ачивочка. Вот это вообще не продается, значит, что-то квестовое, да? Используйте, чтобы пометить ваше текущее местоположение. А, положение. Чтобы потом не заблудиться, да? Зеленый осколок. Так. Убираем все туда. Места нет. А для грибов? Тоже нет. Так, такая у меня уже была. Зелье ускорения. Сокращает время перезарядки всех способностей на 2 минуты. Только со следующего использования. Стоимость 100 золота, кстати. Башмак тут, конечно, не в тему мешается. Демоническая жидкость. А больше сложить нечего, да? Ну вот, вот эти вот. Как его улучшать? Объем сундука и инвентаря ограничен, но вы можете увеличить его с помощью самоцветов. Каких? Как? Где? Хоть объяснили бы.
Так, я у тебя задание сделал, кинь? Признавайся, сделал. Нет, это новое. А, грязные воришки, это опять огры, да? А, вот, забрать награду. И он дает кинжал. Бриллиантовый крестоносец стажера. А те пока выполняемся. 10 черепов. А у этого я сделал повторяемое. Деньги. Ого, 450. Нормас. Глаза и черепа. Зеленый осколок, синий осколок. Красный осколок. Грибы. Ладно. Инвентарь забит. Что делать? Как быть, как жить дальше? Непонятно. Ну? 35-56. 42-70. Но тут сила 5, ловкость 10, защита 3, удача 4. Сила 4, ловкость 7. Вообще, кинжал хороший. Ну, лучше, чем вот это. На. А это можно будет с чем-то переработать. Уровень 2. Мне вот интересно, зависит, будет зависеть от уровня, да? Если я вот 4 предмета буду как-то совмещать. Охренеть. Места вообще нету. Пойдемте в ямы, наверное, да? Через безмолвное подземелье. Там кто-то сейчас прошел? Да. А что вы здесь делаете, гражданин начальник? Не-не-не, надо меня бить. Так, еще одна такая хрень, я ее уже брал. Они все резнулись, что ли, да? Так, где у нас были ямы? А, привет. Ну? Аметист с руной. Варежки. Варежки у всех у нас хорошие. Стойкость 3, защита 14. Защита 12, стойкость 3. А это не варежки. Ловкость 1. Защита 9. Защита 10. На. Где были ямы? Книга. Я чувствую здесь мощную магию хаоса. Если пойдем этой дорогой, стоит быть внимательнее, чтобы не сбиться с пути. Так, там какой-то лабиринт будет, да? А вот видите комнаты? Раз и два. Ничего нету. Вот он, кирпичик. Вообще еле заметный. Башмаки, шлем. Так. Что за шлем? Сила 3, защита 18. Стойкость 2. Меняем. Ловкость 3, защита 9. Ой, 19. Сила 3, защита 19. Ну, ботинки не нужны. Че, мне опять идти продавать? Уже 4 предмета, которые мне не нужны. Так, эту нашли. Там еще одна. Вот она. Кольцо. Дух 3. Дух 1. Меняем.
Так, это я так задолбаюсь теперь в город бегать. Не в город, а к кузнецу. Вон секретка еще одна. Скрытая комната. Эта стена выглядит подозрительно, но мы не видим на ней ни кнопки, ни выключателя. А, потому что надо сюда что-то положить. И откроется, да? Или либо с другой стороны. Вот тут. Нет, тут вряд ли. А, вот яму я нашел. Они ничем, никак вообще не отмечены на карте. Так, ямы. Все, ну, в противоположную сторону от стола бежать. Кузнец? Да, надо будет походить, поискать секреточки. Торговля. Так, ну держи. Продать. А это мы будем... Блин, тоже теперь с собой надо носить. Надо 4 фиолетовых оружия тогда. Ой, блин. Аметист с руной. Шанс крит урона. А как их вставлять-то, я понять не могу. Нужна мистическая кузница. А где она? Она же где-то тут была. Не? Ай, горячо? Конечно, горячо, это ж кузница. А, вон там, там портал какой-то. Может, пиво? Надеюсь, пиво. Так, получается... Вот она. Все. Волшебная кузница. Рецепты. Зелье двойного опыта. Фиолетовая магическая пыль, демоническая жидкость, червь, несчастье. Охренеть. Тут столько нужно этих... Красный слит, осколок, фиолетовый слит и кузнечная руна. Куреванская руна. Новое гнездо для инкрустации. Снаряжение, куреванская руна, тролли и кости, монеты гоблинов, фрагмент голема, синий гриб. Охренеть! Переплавка снаряжения, 4 предмета, кузнечная руна. Пламя победы. Во, реликвия. Легендарное снаряжение, куапская руна, книга древняя. Ну, блин. Как это вообще делать? Где эти вещи-то хранить, ё-моё? Охренели, что ли? Еще бы один сундук придумали. Это, наверное, как-то все-таки за донат что-то делается. Это что? Конкурс окончен? Так, а я же получал вроде какие-то донатные свои эти... Какие-то донатные предметики я получал, только где это искать? Да вот черт его знает. Ну ладно. Так, здесь что? А, это приглашение. Уходим обратно. Все, сейчас в ямы. Безмолвное подземелье. Посмотрим, что за ямы. Начнем с первого левела. Ну, надо их, наверное, все пройти. Хотя, какой в жопу первый левел? У меня герои какого? Седьмой. О, опять ты. Ты меня задолбал, вот честно. Фиолетовая волшебная пыль. А я и квест повторно не взял. Сейчас сек. Бегаю туда-сюда. У тебя же? Да. А, 50 минут. Да пошел ты тогда! Повторяемый.
Опять сейчас огр, да? Ну да, идет. Держи. Покойник. Так. Четыре, шесть, четыре, семь, пять, семь. Пауки-призраки. Пауки-призраки, 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 огры. Написано даже, какие враги. Пойдемте, ладно, начнем с первого. О, даже карта есть. А секретки есть? С призраками я просто еще не дрался. Хоть глянуть, что это такое? Темно. Трупешник. Мечи. Так. Карта, карта. Смотрим. О, привет. А, да ты не сильный вроде. Желтый хитин. Вот где фармить надо все ресурсы, да? Пустой. Так, и на карту поглядывать. Вон он стоит. Башмаки. Блин, а тут, наверное, хлам-то не надо собирать. Странное место. Ага. Здесь, значит, у нас секретки не обозначены на карте. Что это? Это амулет. Защита 3, удача 1. Ловкость 3. Ловкость, стойкость, защита. Защита 3. Удача 1. Либо то, либо это. Защита 3, это вообще мало, да? Удачу оставим. Защита 311, а у него 238. Дух 71, там 55. Стойкость 60, там 53. Ловкость 99, там 91. Сила 97, там 106. Там вот только силы там побольше, все. Охренеть. Ямы. 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 Не успел даже ударить. Сосуночек. Так, насколько они большие? Вот эти тупики надо осматривать. Но вроде... О! Вроде ничего не видно. Такс. Я что, в тупик пришел? Я в тупик пришел. Ну, ладно, я пришел к сундуку. Что это? Наруч. Так, стойкость 3. Здесь. Стойкость 3, чуть поболее защиты. Ну, меняем просто. Пусто. Все, да. Вот почему ты не можешь вот, вот черепов набрать, а? Смотри, сколько скелетов. Пока я только пауков. Я, кстати, еще призраков даже не встречал. Это начало? Да, вот сюда я не ходил. Здорово.
А, надо было стрелять. Че я хп трачу? Ну-ка, давай-ка, подлечи нас. Умничка. Плащ. У меня обычные плащи. 3 ловкость, 12 защита. О! Так, давай вот так. И вот. И вот так. Закрыт. О! А вот и призрак. Там еще и паук. Ключ ямы. Уровень 1. Типа вот сюда, что ли? Этого сразу вынесли. Но я в него, потому что из заклинания, получается, призрачный клирик. Я в него и заклинание потратил, да? И еще и способность воина своего. Топор. Такой топор, наверное, выкидывать сразу можно. Ткань призрака. Удача плюс 3. Удача плюс 1. А у тебя? На-ка. Поболее тебе удачи. Так, пройдемся сюда. Какие большие ямы, оказывается. О, привет. Так. Что, выкинуть ее сразу? Ну, там будет более полезные вещи, мне кажется. Здорово. Мы тебя так убьем. Еще куда-то все набирается. Это сравнить. Не, не надо. Мне надо ее выкинуть. А как выкидывать-то? Во. И это надо выкинуть. Удача 1. 10 золота. Ну что это? 28 золота, 1 золото, 8 золота. Так, все, 3 вещи вышвырнули. Сначала сюда, тут тупики. Так, на, все. Сразу убивает. Лазурная древняя пластина. Слушайте, лазурная, лазурная, лазурная. А, нет, там бирюзовая нужна была что-то. Долбанный лабиринт, а? Ну, блин. Все-таки звездарил, да, сволочь? Здорово. Башмаки снимай. Не хочется. Я пришел в тупик. Блин, я все тупики собрал, да? Капец. Вот здесь? Сюда. Здесь дверь была, здесь я был. Оттуда я пришел, да, и вот тут я открыл дверь, посмотрел. Да, сюда я не ходил. Ты покойник. И ты тоже. Ну-ка, ваншотнет? Не. Синий хитин и щит новый.
Так, ну, тут мне на самом деле легко. Это я даже особо скиллами-то не пользуюсь. Так. Здорово. Не, ну как не пользуюсь? Пользуюсь, конечно. Достаточно места в инвентаре. Выбросите что-нибудь. Давайте. Щит. Помойка. Ну, стоит 20 золота. 30 золота. 36. 28. 2. Так, щит, пошел вон. О, плащ. Вот необычный плащ, это хорошо. Ловкость 3, защита 1. Тебе? А у тебя что? Защита 1. Значит, вот так и вот так. А это выкидываем сразу же. Так, давайте пробежимся тут. Привидение. Привет. На. Они почему-то только кого-то одного всегда бьют. Посредственный. Так, выбрасываю. Охренеть, большие данжи. Ямы, вернее, эти. Тут блуждать и блуждать. И врагов тут достаточно. Ё-моё, опять развилка. Паучок. А, мана полная. Я даже только хотел сказать, даже левел никто не набрал. Столько перебил врагов, вот и взяли 8-й. Сейчас качать пока не буду. А то мы и так тут застряли. Значит, сюда, если идти, это на всю серию, на. Недостаточно места. Сейчас посмотрим. Чё, выкинуть? Пояс, да конечно, нахрен. 14 защита, здесь 9, ну там стойкость хотя бы дает. Это что? Это доспех? Нет, это плащ. Сила плюс 3. Так, он мне нравится. Меняемся. Вот так. А тебя? 31 золота. Тебя мы сейчас выкинем, наверное. Но может это выход? Что мне вряд ли верится, на что... Конечно, выход. Два раза выход. Чтобы я сразу что-то нашел. Так, давайте выбрасывать. Начинаем выбрасывать предметы. Обычные перчатки. Стойкость 3. 14 защиты. Такие же, как и эти. Тоже можно выбросить будет. Ё-моё, тут вообще выход-то есть отсюда? Куда я попал? Почему я всегда все нахожу самый последний? Ключ ямы использовано. А, вот, ух. Вот что, да? Голем! Ну, не сильный. А, еще и призрак. И паук.
вы его бьете вообще, не? Дверь закрой. Ха, нельзя. Да нет, сильный. Это сначала я ему как-то пол хп продамажил, да, вот этим, на. Так. Давайте выбрасывать. Снова. Там что, три предмета у него? Да, золотой ключ ямы. Зачем? Чё? Это чё? Стойкость плюс 3, амулет. Ловкость 3. Удача 3. Не, не нужен. Помойку. Это фрагмент голема. Два предмета. Чё за два предмета? Аметист с руной и... ожерелье. Сила плюс 3, дух плюс 1. Защита, удача, удача. Ловкость. Так. На. А защита, удача сейчас мы поменяем тут на ловкость, наверное. Все. У этих хрен пойми, что там. Получить больше. Во! Самоцветы. 55, 10 к месту в сундуке, 10 к месту в инвентаре. А где же их достать? Стартовый пакет. 40% скидка. 4 самоцвета за просмотр рекламы. Вот сиди до потери сознания, смотри рекламу, получай самоцветы, да? У пауков-то мне какой-то квест надо было сделать. А я все ведусь на деньги, да, вот. Как лох последний. Выкидываем. Ботинки. Сейчас тоже выкинем, походу. Защита 17 и защита 3. Да, выкинем сразу же. Ну вот, паучий глаз и шлем. Ну чё, это выход? Это не выход. Это хилка. Охренеть, еще дальше идти. А, нет, все, конец, да? Золотой ключ ямы. Вот зачем золотой ключ. Еще. Ой, тут еще два сундука. Ух, ёлупалы. Это что? Это куда? Это тоже шлем, кстати. Защита 18, сила 6, стойкость 3, удача 2. Давай, меняемся. Так, а вот это уже можно выбросить. Ой, тихо, тихо, назад. Запертая коробка с предметами. Там что, еще один, что ли, сундук? Да. Не, коробку я сейчас не буду открывать. Тогда выкидываем вот это. О, шлем редкий. Стойкость, защита, удача. А защиты 24. Здесь 41. Дух. Сила, стойкость, удача. Защита 18. Стойкость, защита, удача. Оценка 212, оценка 172. Якобы вот этот получше, да, будет? Но тут силы нету. А ему сила-то очень важна. Оденем? Оденем этот, значит. Все, ребята, на выход, на выход, на выход. Покинуть подземелье, наконец-то. Так. Ну и все, продолжим мы прохождение уже тогда в следующей серии. Ну и если понравилось видео, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи, и пока-пока.